профессиональном педагогическом колледже прошел литературный вечер, посвященный творчеству кумыкского поэта Магомеда Атабаева, который был известен также как драматург и переводчик. Окончив в 1958 году спецкурсы Хасавюртовского педучилища, работал учителем, заведовал школой в селении Акбулат-Юрт. Затем окончил литературный институт имени Максима Горького в Москве. Работал лид-сотрудником республиканской газеты «Ленинский путь», редактором художественной литературы Дагестанского книжного издательства, редактором кумыкского выпуска «Альманаха «Дружба». Также долгое время был редактором кумыкского выпуска журнала «Литературный Дагестан» «Танк Чолпан», член Союза писателей СССР с 1963 года. Ашта ай болса болай, ашта май болса болай, ашта май болмаса да, башта май болса болай. Қонақ келсе алдына, қондырма тепсі болай. Тепсіге тепсі темтек, беліне тепсен болай. Ағат жоқта қи болай, қи жоқта тезек болай. Қырыятсыз қатыннан қыздырма безек болай. Қолай қолай не қолай, сүйектен еті қолай. Первый его поэтический сборник «В поисках» вышел в 1963 году в Дагестанском книжном издательстве. Атабаев – автор более 30 книг, выпущенных главным образом на кумыкском языке в издательствах республики, такие как «В пути», «Похищенная смерть», «Дни идут», «Клятва», «Журавли», «Свет сердец», «Дни добрых надежд», «Радость неба и земли», «Мои друзья». Его стихам свойственно лирическое, гражданственное и философское значение. Они отражают мировоззрение и нравственные идеалы послевоенных поколений советских людей. Ушла да кайда, кайда аталар, аталар кайда, кайда оланы, кабуру сама, чыкма үстіне, сын сама салма. Ана юрек, ана тамы, ана жан, ана ватан, ана кардаш, ана даш, бу сөзлене ана башын ақтарсан, бу сөзлее ана дейін сөздір баш. Ана ватан, ана топрақ, ана тіл. Ана деген улу сөзден башлана. Ана ватан болмас еді ватаннан. Ана деген сөз болмаса башынна. Ананы бер, балам нее сөзінен. Сүйу тама, сүйінш тама, бал тама. Ананы бер, көз яшынан бір бүртік. Ауыр зат жоқ бұ дүнияда бір сама. В качестве почетных гостей на мероприятии были приглашены редактор кумыкской газеты «Кумыктюз» Гүгүрчин Атаева, корреспондент газеты Магарам Алигаджиев, поэт-песенник Иса Багавов. Основная цель проведенного творческого вечера была ознакомление подрастающего поколения с творчеством писателя, как один из методов патриотического воспитания. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».